эксцентриссимо. Силиконовые красотки, неискренние улыбки, фальшивые друзья, неизбежные спутники богатства и даже искусство может ударить в самое сердце чувствительного олигарха. Поддельную картину ценитель живописи или графики купит скорее, чем настоящую, даже на зарекомендовавших себя торгах. Так случилось с миллиардером Виктором Вексельбергом. В 2005-м на аукционе «Кристис» фальшивую картину Бориса Кустодиева «Одалиска» он купил почти за 3 миллиона долларов. Не самая знаменитая работа автора, далеко не самого подделываемого. «Одалиску» за 15 лет до тех торгов уже кто-то покупал, претензий не было. Так что Вексельберг играючи поднял цену в 8 раз выше стартовой. Думал, покупка и дальше будет дорожать с каждым днем где-нибудь у него в тайной комнате за десятком замков. Оказалось, что у эстетов и членов элитарного клуба любителей и понимателей высокого искусства тоже нет совести. Деньги миллиардер вернул и, наверное, не особо расстроился. Годом ранее он пережил еще одно предательство на торгах. Для богатых купил за 110 миллионов долларов коллекцию яиц Фаберже, одно из которых оказалось фальшивкой. По-настоящему тонкий вкус демонстрирует молча. Салоны «Остров сокровищ» – стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.